На прослушивание собралось достаточно много людей. Мы видим, что пришли дети вместе со своими родителями. Дети волнуются, родители, естественно, их успокаивают. Для многих это впервые. Давайте послушаем, что они говорят и поют. Что ты будешь сегодня исполнять? Я сегодня буду исполнять «Маленький кораблик». Ты вместе с мамой репетировала? Да, не знаю. Петь, танцевать, продекламировать стихотворение для маленьких артистов несложно, но волнительно. Кто из них лучший, покажет отбор. Он в этом году серьезный. На прослушивание пришло более 70 ребят. «Радуга талантов» – конкурс детского творчества, который уже несколько лет подряд проводит радиостанция «Лемма». Заявки принимались в нескольких номинациях – художественное чтение, певческое искусство, танец. И, как показала практика, чтецов ничуть не меньше, чем певцов. «Его же стринга просто удалили. Сказали непородно, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хеллер из хозяйки никакой. Что судья понятия не имеет, представлен пес породы был какой». Стихотворения про животных и на военную тему были особенно популярны. Понятно, что ребята выбирали то, что им ближе всего, или то, что они уже учили к другим праздникам, например, ко Дню Победы. А вот танцевальные и вокальные номера сопровождала современная поп-музыка. Я буду сегодня танцевать зажигательное самбо. А долго его готовила? С кем готовила? Я готовила со Светланой Анатольевной. Это какая-то студия, расскажи? Да, это студия. Она очень хорошая, я там танцую, и мы много зажигательное учим. Мы 2 года назад участвовали в этом проекте, нам очень понравилось, и мы решили также тут побывать, поучаствовать. Я буду исполнять под гитару, то есть петь и исполнять под гитару песню Radioactive группы Imagine Dragons. Перед жюри стояла непростая задача. Все дети сумели проявить свои таланты, оказались голосистыми и артистичными, но выбор сделать все же пришлось. Являясь преподавателем по вокалу, я оцениваю не только вокал, но еще и артистизм, потому что очень часто бывает голос не очень выдающийся, но артист ведет себя на сцене просто великолепно, зажигает публику, привлекает к себе внимание. Поэтому мы оцениваем не только вокал, но, естественно, и артистизм. А ребята все молодцы, потому что даже подать заявку и прийти на отбор – это уже, на мой взгляд, достаточно серьезное дело и большой подвиг. Свое решение жюри озвучит через пару дней, а концерт вышедших в финал конкурсантов состоится 1 июня, в День защиты детей. Тогда и станут известны имена победителей. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.